убежден, что он должен быть оправдан и освобожден не по состоянию здоровья, а потому что он совершенно невиновен в тех преступлениях, в которых его признали виновным. Сейчас уже два суда. И поэтому это его позиция, которую мы транслируем. Он не хочет, чтобы все обсуждали его здоровье. Он хочет, чтобы люди обсуждали то, что он абсолютно незаконно за легальную политическую деятельность привлечен к уголовной ответственности. Именно поэтому мы об этом не говорим.